котором мы тогда у вас были. Поэтому задавайте вопросы, я отвечаю на вопросы. Ну, по нашему вопросу по переселению, вот то, что вы тогда решаете. Значит, вопрос по вашему переселению. То, что администрация города предоставила вам квартиры, по-моему, если не ошибаюсь, на космонавтов, на Шелковиков, все согласно нормам и правилам, которые были предусмотрены по расселению из военного жилья. Значит, завтра к нам приезжают приставы и вот у нас... Они будут выполнять решение суда. А губернатор, который обещал там, они ее не разобрать, вопрос все остановился на этом. Вот эти слова, губернатор, который обещал они ее не разобраться, я не совсем понимаю, потому что если у меня ну, были какие-то... Ну вы же нам тогда сказали, что... Значит, я разбирался с вашей ситуацией, то есть мне надо было со стороны сделать заключение. Кто в чем допустил ошибку, где было неправильно. То есть, соответственно, как бы, если бы со стороны городской администрации были нарушения, это уже было протестовано и в прокуратуре, и в суде. На действия администрации не было выявлено никаких нарушений. Соответственно, они сделали все согласно закону. Претензий к ним нет. Те пожелания, которые вы мне высказали, я отправил в область, в которых было ваше пожелание не выезжать с этого дома, остаться на месте и ждать строительства рядом с строящимся домом. То есть это пожелание отправил. И отправил пожелание то, что вы могли рассмотреть другие варианты по жилой площади, которая бы вас устраивала. Это я все отправил. Ну а там оно в течение какого времени? Это служебная записка, она является информационной для понимания этих процессов. Больше ничего. Больше. Ну, а то, что у нас вот читали мы на сайте, я не знаю тогда, с какими властями, получается, там договорился с региональными властями и что переселение приостановлено. На каком сайте учитывается? Но это на ее личном сайте. Ну, наверное, вопрос к Анне Юрьевне тогда. Я не знаю, о ком вы говорите, но, наверное, по там, где вы читали, по нашему. Детский обуцмен. Ну, насколько я знаю, газетах, вот она, вам выезжал специалист непосредственно и разбирался с этим вопросом. После него, да, и вот это было написано, вот есть написано на сайте, можно вам показать. 23 августа. А 23 августа, что с региональными властями было договорено о том, что будет пока приостановлено переселение до выезда. Власти региональные или местные не могут приостановить решение суда без судебного решения. Есть исполнительные лица, которые должны исполнить судебные приставы. Если есть нарушение в части какого-то ни было, то есть это все оспаривается в суде и останавливается. Ну вот даже в газете пишут, но они же не будут непроверенные факты писать. Вот пишут наверху, что власти, уже наши, я так поняла, власти, решили приостановить переселение. Это же не непроверенные факты, правильно? Не знаю, не могу сейчас так не говорить. Не можете. Или у нас вот в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, нам как сказали, вы никуда не пишите, вы не выкладываете ничего в интернет, пожалуйста. Получается, вы просто сейчас вот брали и оттягивали время, чтобы мы сидели, ждали чего-то хорошего. Что-то вы ведь, получается, обманули детского омбудсмена, который вот это выложил. Да все наши власти, получается, так. Но она не просто так вот это выкладывается, это же не непроверенный факт, это на ее сайте. Получается, просто наши власти обманывают детского омбудсмена в том, что они приостанавливают это переселение. А завтра приезжают нас выселять, опять мотать нам нервы. Или вы так и продолжаете просто здесь, вы, по-видимому, прикрывать коррупционные все действия наших чиновников и ваших советников. Вот их нет. А я не почему это не рассказываю. Если не
не ошибаюсь, приезжала не Анна Юрьевна, приезжали ее специалисты, которые при изучении этого материала дела, по-моему, такая информация прошла, что если вы отказываетесь от переселения, хотя дом признан аварийным и детям там нельзя проживать, и вы это прекрасно знаете, что с детьми там находиться... Давайте не будем. Вот у вас на Монетном дворе, там разваливается вообще нельзя. Все. Второе, и вот на случае, этом, случае на если вы по каким-то причинам не переезжаете, и эти квартиры, которые для вас были приобретены, остаются невостребованными, то есть муниципалитет должен вернуть деньги в фонд переселения из аварийных жилья. А вам будет предоставлено непосредственно маневренный фонд, потому что в этом доме нельзя находиться, который будет исходить из, если не ошибаюсь, 6 квадратных метров на человека в общежитии. А, это вот такое будет улучшение наше. Значит, в этом доме нельзя, а на 6 квадратных метров это получится у нас такое улучшение. Я не знаю, в прошлый доме, раз, вот, в это, Михаил дом, Владимирович, вы как-то дом. Разговаривали совсем по-другому. Сейчас этот вы уже разговариваете с нами вообще. Пути не хотите разговаривать. Этот дом он по закону не признан аварийным. И это уже признали. Нет, этот многие. Дом признан аварийным. Соответственно, из этого дома надо выехать. А для чего мы надо 38-ю квартиру ходить смотреть так, чтобы посмеяться на нас? Кто ходил? Ну, получается так, да. Мы ходим смотреть. Для чего нам тогда? Мама, мы ходили смотреть. Здесь, на этот, день. Вы видели прекрасно, что вас девушка, снимали, вы говорили на это. Что вы там созвонились с этим, что вам предоставили 38-ю квартиру. Значит, с одними мы разобрались. Что я вам обещала, сейчас сделала. То есть, что вы хотели, я отправил. Я вам так буду хотеть снимать, там так, я пока не снимаю. Ну, так помню, что ничего не разобралось, вы просто у нас время отняли, оттянули, и все, чтобы мы никуда не писали. В этот момент мы могли бы еще съездить куда-то, а мы ждали, что вы сделаете все по совести. В общем, там приехали люди, не разбираются, как прикрывалось здесь все, так и прикрывается. Пускай вас расселяют, мы будем сидеть на улице до тех пор, пока с нами не разберутся со всеми вот этими делами. Больше даже говорить нечего тогда. Нет, вы думаете, когда, что пока не обратят внимания, не дойдет вообще до выживания. До Следственного комитета, который начнет здесь разгребать вот эти вот все незаконные все эти действия. Вы говорите нам, что нам дом признали, когда нам сам прокурор Митрофанов присылает, что этот дом самостоятельно администрация признать аварийным не могла без обследования специализированной организации. Их не я было думаю, ни одной. Вы уже это ни одной не было. Ни одной. Вот суд, ну что суд, если там судил человек тот, который, чей брат работал в администрации. Понятное дело, что она будет стоять на стороне администрации. Суд не стоит на очередь. Не надо говорить мне, что не говорит. Она на последнем суде, не стесняясь, вам в наглую подсказывала, какие нужно документы предоставить, чтобы только нам отказать в иске. Вот и все, не надо. Все это записывалось, и все это есть. Вообще прекрасно. Вместо того, чтобы как-то разбираться, Ирина Рудольфовна сидела вытаращенными глазами, смотрела, откуда у вас вот это заключение ГЖИ. Я говорю, из суда откуда? Мы вот не видели ни одной комиссии, и теперь все опять нормально. То они какие-то вы нашли нарушения, то теперь этих нарушений уже нету. Как это вообще понимать? Вот это и говорит о том, что идет вот здесь вот просто одна, все друг друга защищают, и как оно было, так оно и есть. Ничего лучшего у нас нету. Ничего лучшего, чего мы, я никак не мы не можем понять. Вы нам там одно говорили, и поможем, и разберемся, потому что мне дали такие уполномочия. Теперь вы все сделали. Максимально все, что я мог, я в этом плане сделал. Ну вот, вы там теперь услыхали, что там говорили, в той администрации. И вы говорите, вот вы никаких отношений друг к другу не имеете. Как вы прикрывали здесь все друг друга, так вы и прикрываете. Правильно, потому что все родные и близкие, и поэтому вам и надо все это прикрывать. Все эти дела, правильно. А на нас на всех не плевать. Будем сидеть тогда на улице. Спасибо вам огромное за вашу вот эту вот такую работу хорошую. Вы попросили, мы с вами по-человечески не выкладываем, да, не стали, и не писали никуда не стали. Обманули Анну Юрьевну и прикрываете здесь своих советников.